Сегодня у нас видеообзор вот такого платья ближний план. То есть будет второй видеообзор этого платья, как оно на манекенчике сидит. Это платье для девочки, для школы, для повседневной носки. Ткань используется костюмная, очень качественная, очень-очень приятная на ощупь эта ткань. Значит, ну, цвета вы видите, серый, черный, белый. Такие полосочки черно-белые. Планочка у нас по косой покроена, вот, чтобы она выделялась красиво, пуговички серые. Также здесь заказан клиентам отдельно съемный воротничок. То есть я его приколола для наглядности, но вообще он пришивается, если кто помнит, в школе раньше школьные воротнички пришивались отдельно. Потом, ну, чтобы они всегда были чистые, их снимают, стирают и обратно пришивают. Так, ну что, здесь у нас оставили по желанию клиента достаточно большой подворот, то есть девочка будет расти, девочки, у нее сейчас рост 1,40 м, ну, она будет у нас больше, конечно же, в скором будущем, буквально полгода, и девочка уже будет 1,45 м, поэтому ручки удлиняются, и рукав тоже будет удлиняться в ателье для того, чтобы дольше это платье поносить. Конечно же, и длину точно так же мы увеличили, оставили запас, чтобы увеличить его потом. Обработка у нас очень бывает, клиенты просят, чтобы видеть, как обрабатывается изделие. То есть вот именно вот это изделие было заказано специально, чтобы оно, чтобы подкладка была, она у нас более-менее натуральная такая, это из дорогих подкладок. Она, то есть, ну, в принципе, все на видео видно, как обработано, все сделано максимально аккуратно. Такое платье вы можете заказать, разные есть клетки. Узнавайте, заходите по ссылочке на сайт, смотрите, там разные-разные платья есть. Можно заказать любой модели, любого размера. Так, внутренняя обработка. Давайте я отколю воротничок, чтобы он не мешал. Здесь все аккуратненько, планочка. Все закрыто, нигде ничего не торчит. Ну, как бы. В принципе, это стандартная обработка такой вещи, такого платья. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. А следующее видео будет это платье уже на манекене.